Махачкала вошла в тройку городов России, где проживает больше всего сладкоежек. Опрос среди жителей 24 городов страны проводило независимое исследовательское агентство Zoom Market. Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов. Скажите, вы любите сладкое? Как часто вы едите сладкое? Какие сладкие продукты вы предпочитаете? В общей сложности опросили почти 3000 респондентов. Оказалось, что настоящими сладкоежками страны являются жители нашего города – Якутска и Казани. По словам представителей агентства, чаще всего россияне покупают сладкую выпечку, шоколад и мед.